Всем доброе утро. Так, у нас готовится завтрак. В общем, яйца будут с помидорами и зеленым лучком. Всем привет поближе. В общем, готовлю завтрак. Остались помидорки, думаю, лучок, чтобы не пропадали. Думаю, сейчас поджарю сразу все. Приготовим яичницу с овощами. Как дела, как настроение? Так, у нас сегодня солнце светит, но сильный ветер на улице, ужасно. Я уже загрузила, поменяла постель, стираю, ну не знаю, как я буду сушить. Посмотрим, пока стирается. А то эта погода, дождь, холодно. Боже, уже скоро лето, через 3 дня. Сегодня какое число? 28 или 28 уже? 28 мая. Сейчас яйца. Женя пошел в магазин, у нас хлеб закончился, и воды надо купить. Очищенные. Для чайника. Так, ох, какой будет завтрак вкусный. Есть. Все, хватит. 6 яичек. По 2 каждому. Я не буду 2, я буду. София 1, папа 3. Мама 2. Ну, я могу и 2, могу и 1. Посмотрю. Посмотрю, как. Так, теперь посолить надо. Я порезала палец позавчера. Прям вот так разрезала. Надо, наверное, снова лейкопластырем замотать. И как что делаешь, все время лопается и лопается. Ножом. Я же люблю все ножом вот так, чик-чик-чик в руках. И получается, Женя ножи наточил, и я вот так придавила и разрезала. Ладно, будем левой рукой солить, чтобы соль не заходила. Сейчас посолим. Ой, какая красота. Чем мы еще будем завтракать? Сейчас кофе сделаю. Чайник, кстати, уже закипел. Мама, это ореховую пасту доедать, я не успела. Софиечка, ореховую пасту доедать? Она до Нового года, до 31 числа, 12 месяц. Не спеши, доешь. А ты думала, вот до 31-го? Да. Нет, я бы не покупала такую. Так, что будем? Завтракать будем? Ой, вчера ходила вечером в АТБ, купила, закончилось масло. И, ну, я подумала, может, вечером кому-то надо будет масло. В общем, купила, ну, обычно я беру полтавочку, это такое, яготынский купила. Ну, без акции. Ну. А оказалось, вечером никому не пригодилось. Значит, будем сейчас. Хлебушек с маслом, бутербродики, да? Сейчас что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Вот у нас икра трески есть. Сырочек. Сейчас маслечко, наверное, я масленицу помыла. Вмещается сюда пачка? Чуть-чуть не вмещается. Клацала-клацала. Поставила, печка отключилась. Все, на троечек пожарится. Сейчас кусочек маленький отрежу и будет нормально. Ох. Ох и ветер. Но солнышко. Солнышко это уже радует. Да, Микусечка. Микуся сейчас будет гавкать и кого-то будет нервировать. Мои подписчики на это реагируют нормально. Если кому-то не нравится, не смотрите. Вы знаете, что у нас дома есть собачка, которая гавкает, и рот ей закрывать не собираюсь. Она же не кошка, она собака, а все собаки гавкают. Так что не нервничайте, лучше тогда не смотрите видео, чтобы вы не нервничали. Если вас это так раздражает, напрягает. Правильно? Так, этот кусочек убрём. Всё. Масёк. Ладно, буду кофе готовить.
Ей, надо палец замотать. Ужасно болит. София, можешь мне принести с ванны этот? Угу. Ох, болит палец. Сейчас замотаем. Лейкопластырь принесла. Да, кстати, купить в АТБ лейкопластырей таких. Сейчас заклею палец. Женя пришел, купил хлебушек и водички. Так. Сейчас залепим. Правда, такая рамка длинновата. Ну ладно. София, что ты пить будешь? Кофе. Ладно. Ну все, так нормально. Мама. А ты не знаешь, как мне имена в Вайбере? В Вайбере имена менять? Чьи? Ну, например, у меня Соня, мне хочется поставить Сонечко. Это она подписала. Это я ее подписывала. А, не знаю. Я раньше Сонечко подписала, потом она переименовалась. Не знаю. Ты не знаешь, как меня? Нет. Ну да как ты меня подписывала, когда издавала мой чат, когда я нечаянно удалила? Надо посмотреть там, как ты же подписывала. Я даже вообще понятия не имею. Все. Водичка есть. Пейте на здоровье. Так, не знаю, прикрыть яичницу. Такая красивая. Неохота аж закрывать, чтобы не запарилась. Мама только что кушала. Кто, Микки? Еще да. Нет, еще не кушала. Еще никто не кушал. Еще никто не кушал. Женя. Так, Микуська кушает. У нее рис с говядинкой. Вообще, это ее завтрак. Вот наш завтрак готов. И что у нас здесь? Кофе. Жене не хватило молока. Жень, ну прости. Молока кормили, запрокидали, как всегда. Так, масло. Этот, я не знаю, ты будешь? Там есть сырок, колбаска. Тоже будешь? Кормилец все выдержит. Есть сырок, колбаска. Деду сырок, колбаска. Кормилец все выдержит. Вон плавленый сырок. Кормилец. Колбаска. Давай. Ничего у нас нет. Мы все съели. Что, не давай, открывай. Я забыла. Это вчерашнее. Да? Ну, давай ее докушаем. А я стою, мне надо караулить Микусю, помыть ей мордочку, потому что она сейчас там рис поприлипает, и она пометется на диван. Ну, Жень, тогда нарезай, а я Микусика подожду. Пока она кушает, сейчас покажу погоду нашу. Ну что, ветер чуть-чуть утих, да? Да, конечно. И уже снова небо затянуло, уже все. Уже пасмурно. Ой, давай, зайка, докушивай и будешь гулять. Женя сказал, что он будет все яйца кушать. Запросто. Я не сомневаюсь, ты можешь. Ты любишь яичницу. Сейчас. Ой, а что это такое? Что? Пыль. Что, пыль? Это хуже, чем пыль. А что это такое? Да, соринки. Да, это дождь дошел, наверное. Набрызгала, да? Угу. Так, Софичка, тебе одно, да, яйцо? София, одно. Ну, она сейчас бутербродики еще покушает. Жень, пожалуйста. Вилочки можешь взять? Да? Нет, это не тебе, это София. Я думала, София уже обидели. Ой, бедненький. Обижают кормильцы. Конечно. А что за... Хочешь, я тебе и свое дам, мне тоже одного хватит. Да я шучу, есть и что. Я много и не хочу. Я сейчас себе желток выковыряю. Да не, ешь белок. Ну что это ты? Там у себя вкусняшки, а вы ешьте такое. Женя сделал кофе без сахара. Да, Жень? Так ну, ой, о, господи, без молока. И расскажи, тебе понравился запах кофе? Да,
запах дешевого кофе. Запах дешевого кофе, как я тебе и говорила. Нескафе вот тут самый дешманский. Ну вот видишь, значит мы такой больше не будем покупать. Ну попробовали, купили, попробовали. Вон, заваривай, заварной лежит. Целая пачка. Или же покупать опять с песком. Ну не знаю, ну так раньше никогда же такого не было. Да, ну такая может партия. Ну может быть, пришла. Как бы так тебе все канцерогенчики добавить. Так, все? Убираем. Так, крышкой я не пользовалась, ее тоже убираем. А печка не хочешь выключить? Печку выключить? Пусть это, тепло идет, греемся. Май месяц. Май месяц. Женщина, а что, под теплым, ложки, под теплым одеялом до сих пор спим. Кошмар. Ну, хорошо. Садимся. Давайте завтракать. Так, такой наш завтрак. Давай. Сырок, колбаски. Грибочки. Грибочки будешь? А что? Ну, доставай, только их надо с банки. Да, картошку уже разогревать. Так их надо с банки достать, тут один грибочек. А мне хватит. Ну, давай я достану. Не буду. Не будешь? Да, я ну, как хочешь. Все, нам приятного аппетита. Приятного аппетита. Кормилец наш. Угу. Смотрите, ветер какой. Ой-ой-ой. Ну, теплый ветер. Да, ветер теплый, можно идти гулять. Да, в порядок. Я конфетку кушаю. Да, в порядок сначала себе привезти. И конфетку. Да. И Кузька уже играет. Угу. Мы сейчас с Софикой пойдем с тобой заплетем. Все хорошо? А куда? Ну, вообще, я говорю, заплечемся. Хорошо. Хорошо? Сейчас постель уберем. Еще одну конфетку. У меня три конфетки. Никуська, пошли тоже прическу делать. А только ей первой. Да, тебе первой будем делать прическу. Никусик. Зяйка моя, зяйка моя. Так, девчонки, меняем постели. София поменяла, теперь нам меняю. В общем, домашние дела. Сейчас. Покрывало постирала. Вот это спим под теплым одеялом, май месяц. Вы тоже под теплыми одеялами спите? Так, как его постелить? Вот так, наверное. О, тяжелое такое вот. Покрывало стирается еще. И покрывало все стираю. Ладно, пока так застелю, а потом покрывало накрою. Постель чистая, красота. Софийка пошла. Вон Софийка. Вон она идет. Гуляет с Микуськой. На улице. Хотела приблизить. А что она не приближается? Угу. А вот они. Вот они, девчонки. С Микусей гуляет на улице. Пошла Софиечка с Микки гулять на улицу. Ой. Говорит, я хочу с ней погулять на улице. Я говорю, ну бери, гуляй, иди. Пусть гуляет. Я говорю, только по траве ее не води. Сейчас придет, будет грязно, надо будет ее снова купать. А я, в общем, занимаюсь домашними, как всегда, делами. Постель меняем. Так, солнышко вроде нормально, но ветер. Девчонки, на улице ветрюганище ужасное. Я постель одну постирала, сейчас покрывало постираю. Потом другую постель, в общем, два комплекта надо перестирать. Посуду помыть и, наверное, поубирать в квартире. Я обычно, когда постель меняю, всегда убираю. То оно тут
пыль летает, все летает. В общем, такие дела. У меня нету графика, вот постель мне там у кого-то по субботам, по воскресеньям, кто-то там по каким-то определенным дням. У нас нет. Поспали, я уже чувствую, мне не нравится там постель. Я ее сразу раз и поменяла. Не жду там определенная неделя. Так, смотрю на свою орхидеечку. Видите, бутончики новенькие, я вам уже показывала. Это Женя мне на 8 марта дарил. Видите, новенькие выпустила. Веточки везде, на каждом этом. Смотрите, и вот здесь. И вот здесь. Класс. Красотка. И вот бутончики будут. Ой, какая ты умничка, труженица моя. Красивая орхидея. Прям красотка. Правда, листики не сильно. Ой, сами цветочки такие мелкие, но не крупные. Но все равно она такая красивенькая. И эти повыпускали веточки. Вот. Веточка у нас цвела, они из почечек уже какие. Орхидеечки. Им тут хорошо, наверное, спаленки. Зяйка покупалась, пришла с прогулочки, уже покупала я ее маленькую. Сейчас будем сушиться. Если получится, покажу как, а если нет, то нет. Потому что это такой процесс. Сегодня, кстати, я купала ее, она молодец. Обычно она стоит у меня на одной руке, на задних лапках, а передними я ее поддерживаю. Сегодня она стояла, пару раз пыталась прыгнуть на руку. Я ей: Микусечка, давай, стой, стой, умничка, хвалила ее. И она молодец, стояла. И мне так удобно было купать, а то представьте, одной рукой ее, то тут двумя руками, раз-раз, лапки, все, жопку, все помыла, все повымывала, глазочки, мордочку. Она же там на улице кувыркалась. София говорит: боже, друзья, ну, ребята, подошли к ней, давай ее гладить. А она от радости прям на спине там кувыркалась. Ну, такая была радая увидеть. Она уже спит. Сейчас мы наведем красоту и потом покажемся. Мордочку.
Ой, зевала. Ой, моя зайка зевала, какая ты красивая. Чистенько сиди, ты молодец, ты умничка. Мама тебя всю высушила. Сейчас она еще сама досушится. Самое основное, я ей все высушила. Сейчас я хвостики ей сделаю. Ну, дам перед этим покувыркаться. Можете сами посмотреть, как она это будет делать. Пойдем покувыркаться будешь, да? Микуська будет сушиться. Ай, ты моя зайка. Ай, вот так балуется. Ай, балуется. Ай, как теперь сушись, сушись сама. Да. Теперь мы посушимся. Вот так мы сушимся. Да, на чистой постельке. Давай посушись, потом мама причесочку сделает. Давай, вот так. Ай, как весело. Ай, как весело. Кто подушки растягал? Кто подушки растягал? Да. О, побежала туда. Сейчас обратно будет бежать. Ой, Микуська. Ой, Микуська. Иди сюда. А ну, скорее давай сушиться. Давай ко мне. На солнышке ходит, нюхается. На солнышко легла. Ну ладно, пусть лежит. Сейчас я ей хвостики сделаю. Ты на солнышко пошла греться, моя любименькая. На солнышке. Скажи, мам, я буду солнышке. На солнышке будет греться, да? Тети лапку задирала. Тети лапку. Пойдем хвостик сделаю. Сейчас мама хвостик сделает. Ну все, сделали мы хвостики. Микуся вырывается, хочет на солнышко греться. Все, мы ее отпускаем. Зайку. Все, она нам попозировала. Иди ложись на солнышко. Ложись, любименька, ложись. Все, греется зайчик. Она любит на солнышке. Тут ложись. Ой, как тепленько. Я ее так просмотрела. Думаю, мало ли, чтобы клеща ничего не споймать. Да, солнышки. На солнышке будем греться. Мое солнышко маленькое, ты такая светленькая, такая красивенькая, такая моя девочка красивая. Все, белье сушится, вывесила покрывало, а это уже почти сухое, на солнышке хорошо. Сейчас быстро все перестираю, Микуське на полотенце сохнет. Так. Окна надо мыть. Ну ладно, пока не потеплеет, не буду мыть стекла. Дожди еще передают. Доченька, грейся, грейся, любименькая, грейся, моя солнышко, грейся. А мы пойдем дальше заниматься. Так, следующая у меня третья стирка. Кушка уже метется ко мне. Знаете, вот порошок Персил хорошо стирает. Ну, запах у него... Ариэль, например, так, Микки, отходи. Отходи, зайчик. Отходи, чтобы ты мне эту не съела, таблетку. Надо, кстати, Микки пеленку заменить. Вчера вечером вот стелила. Наверное, не вечером. Ну, может, после обеда. Понаписюкала столько. Так что Персил, да, запах такой не очень. Добавила еще силан для запаха, чтобы пахло белье. Я стираю одно постельное, не добавляю ничего постельного. Вот одно постирала комплект, второй и покрывала. Так, Микки, давай пися, я тебе заменю пеленочку. На 60 градусов, экономия времени ставлю. Ну, 2 часа будет стираться. Все, теперь идем мыть посуду. Вот утром как позавтракали, так все и стоит. Побросали быстренько. В общем, надо все перемыть. Вот я съела одно яйцо, Женя. Три, я одно и Софийка одно. Ну, я одним наедаюсь, сытная. Да? А ты ложись спать, Никусик. Ложись, любименький. Ложись. Ты такие глазки сонные и сонные. Да, ложись, иди на солнышко и спи. Так, помыла я посудку, чуть-чуть навела порядок. Теперь хочу вот это вот средство я покупала вам. Вам, господи, себе покупала, а вам рассказывала. ВТБ. Вчера, кстати, племянница моя сказала, что она очень довольна этим средством. Я не генеральную на кухне, я просто вот помыла посуду, у меня тут разлитая вода, там где-то, ну, кушать сегодня омлет, ой, яичницу готовила. Надо это все протереть. Печка, в принципе, без пятен, ну, так, с жирком, маленькие. Знаете, какие есть пятна, которые на этой печке такие остаются, как разводы, их надо тереть.
таким абразивом. Ну, не сильным, конечно. Так, сейчас я хочу вот это все. Микуська, а ну отходи, мама тут будет мыть. Еще вы меня спрашивали по поводу духовки. Да, у меня духовка в 2 стекла. Еще даже девчонки просили показать, как мы снимаем и моем. Ну, это надо все, чтобы Женя был дома. Вы говорите, духовка чистая, это вам так кажется. На самом деле она не очень чистая. Ее надо тоже мыть. Вот тут еще полотенца висят. Мокрыми руками берешь тоже, вот потеки на стеклах. Ну, сейчас я все понатираю. Попробую это средство. Я так просто набрызгаю. И хочу просто как продезинфицировать просто столешницу. Тряпочка моя. Сейчас я тут подниму тоже под низом. Тут тоже. Так что ну, сильную грязь я не пробовала вымывать. Но племянница сказала, очень довольна. У нас в АТБ продается вот такое средство. Эко-средство. Гигиеническое чистящее. По-моему, стоит 45 гривен. Так что сейчас помоем. В основном, вообще-то, я довольна. Вот я протираю здесь всю столешницу. Вот тут были желтые точки. Все вытерла прям на раз. Я прям этим средством сразу его растираю. А сейчас намочу тряпку, потом пройдусь. Ничего, так хорошо. Можете брать. Вот Люда рассказывала, там, подписчица моя, тоже у нее свой канал Сброваров. Она духовку, микроволновку мыла, осталась очень довольна. Так что, я думаю, цена 45 гривен стоит недорого. И объем 500 миллилитров, мне кажется, хорошее средство. И очень приятный запах, и можно работать без перчаток. Вот я люблю работать, ну так, без перчаток. Сейчас это все поотодвигать. И здесь все тоже протереть. Ну, что я могу сказать? Я довольна этим средством. Все. Это, конечно, не генеральная уборка, просто так поверхностно убрала. Все. Вот так я люблю, чтобы мне на кухне ничего не было наставлено. Все. Чистые поверхности. Все. Меня все устраивает. Девчонки, покупайте хорошее средство и стоит копейки. Все, порядочки навела. Полы помыла. Ну, попылесосила, пыль повытирала, полы помыла. Все, тут позастилала уже нашу постельку. Гординки закрыть. Открываю, чтобы светлее было дома. Ну, оно и с гординами нормально. Все, красота. Чистенько, да, Микуська? Чистенько дома. Пойдем. Все, я свободна. Порядочки навела. Уже 4-ю стирку, правда, стираю. Загрузила еще одну машинку, там такое светлое белье. Да, зайка? Оно быстро высыхает, ветром, ветер, конечно, ну ничего. Так, ага, девочки, у меня просили показать, какими я духами пользуюсь. Я люблю, конечно, хорошие духи, но не всегда на них есть денежки. Сейчас я вам покажу, это из дорогих, ну, которые такие более, вот это, Blue Seduction, по-моему. Антонио Бандерас. Вот эти хорошие духи. Потом вот эти мои любимые Булгари. Вот такой камушек очень люблю. Но их тут очень мало, 15 миллилитров. Это Женя мне какие-то покупал, не знаю, но они сладковатые. Очень такой я их... Так, иногда, ну зимой можно подушиться. Это Фаберлик. Ализе, по-моему. Но они тоже сладковатые. Кокетка Фаберлик. Тоже, видите, там уже практически ничего не осталось. Ну, там на дне. Ну, так, София душится. Не очень. Потом тоже Фаберлик Каори. Не знаю. Мне Фаберлик не очень, не зашел. Это на разлив были духи Императрица. И вот эти на разлив Омния. Кристал, вот эти вот духи. Только эти стоят 15 миллилитров. 15 миллилитров или 25, чтобы я не обманула. Нет, 25 миллилитров. Эти духи стоят 800 гривен.
Это на разлив. Стойкие. Что эти. Только цена в 3 раза дешевле. Ладно. Вот такие духи. Это Женины духи. Он себе покупал одеколон. Ну так. Не знаю. Фаберлик мне не очень духи нравится. Все сделала. Теперь еще стирка достирается. И на сегодня все. А я пойду заварю себе кофеечка попью. В общем, попью кофе. А с вами на сегодня прощаюсь. Всем спасибо, кто был со мной. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Хорошего дня.